Друзья, всем привет! Как и обещал вчера, давайте попробуем вот это вот интересное пиво. Более подробно покажу. Смотрите. Ни одного русского слова, как я уже говорил вам, да? Такое вот. Не знаю, вот на вид оно вроде как мутное. Мутное я не люблю. Это оно получается нефильтрованное, наверное. Так, есть у нас... Да, видите, слышали? Да, вот. Открутилась она. Ничего я такого хорошего, выдающего не слышу, не чувствую. Хотя, правильно, знаете, говорят, не этот запах слушать. Я удивлен был, когда... Одеколон, когда ну, покупаю вот такие вот, говорят, слушай. Оно мутное, что ли, блях, мутное. Не люблю мутное вот это. Ну, блядь, друзья, оно мутное, смотрите. Ну как так-то? Ну, цвет вот как на камере такой вот. Но оно мутное, блядь. Стоило оно 65 рублей. По акции. Без акции оно. По красной цене, в магните. Так оно, конечно, дороже. Я не люблю мутное пиво. Я люблю вот такое вот, чтобы прозрачное было. И мне оно не нравится совершенно. Во-первых, оно мало газа. Знаете, на запах брашкой. Какой-то пахнет вообще. Блять, ну 65 рублей, ну... вообще неправильно. Не говно. Не то вообще. Не буду я даже. Расстроенный. Все, вообще не рекомендую. Такая хуйня вообще. Полная. Дрянь вообще, блядь. Вообще говно. Просто. Брашка, блядь, вонючая. И вот это вот, как будто, знаете, вот пиво вот у вас постояло сутки, и уже оно все, мухи там все тут пропало, оно такое перебродило, вот это, тварь, я убью сейчас. Все, не буду. Спасибо, это, вот это я буду. Миллер хорошая, давайте Миллер сразу, потому что это говно, я больше, я выбью его нахуй. Блядь, еще такая цена, главное. Миллер, значит, стоил, ну, в районе, там, не знаю, 50 рублей, там, может, сейчас, секунду. Все, иду. Вот. Вот Миллер стоил где-то рублей 50. Но, смотрите. Видите, какой прозрачный, красивый. Вот. А это говнище. Ну вот Миллер нормально, да. Он, конечно, не такой, как был раньше, я помню еще, в 0.33 он продавался. А настоящий. Это уже, конечно, давно не настоящий. Он на вкус. Ну, я не знаю, кто его любит, но он на вкус обычное вот это вот из серии. Там девятки этой Балтики и этой мельник какой-нибудь там. Старый мельник. Мягкая там. Ну, из этой серии. Ничего тут от Миллера вообще близко нет. Это понты все и самомнение у определенных людей. Нет. Это не тот Миллер, который был раньше. Вообще не тот. Близко не тот. Вы че? С легкой горчинкой он идет такой, он не особо такой крепкий, он что все вот у нас, блять, где нихуя не вижу уже алкоголь, не вижу, друзья, не вижу, где алкоголь, но в любом случае он не крепкий абсолютно. 4 что ли, блять, 4,7, друзья.
4,7 градуса, это понятно, что это совсем моча ослиная. Это, я не знаю, детский сад. На вкус очень, очень простой. Как из всей, вот если вы 100% все смотрите, вы попробовали, вот эта вот вся вот Балтика, там, Мельник, там, я не знаю, Ледяное, Жигулевское, блядь, это все оно одна вкус, один вкус, там чуть-чуть горчит, чуть-чуть не горчит, там, плюс-минус, но это все одно и то же. Вот это говно отличается, блядь, тварь, фу, вообще говно. Ой, фу, даже не буду. Вылью. Потому что вот эта вот перебродившая, вот вот, она не фильтрованная, она там вот эта вот это какая-то мякоть, вот это плавает, все. Все. Друзья, всем спасибо за просмотр. Ждете новый ролик. Он будет, значит, скоро. Все, пока.